Ну, здорово. Я знаю, о чем ты думаешь. Слава, богатство, признание. Почему у меня всего этого нет? Ведь я лучший в мире. Вытащи из своей башки мысль о том, что ты лучший. Или докажи это на арене. В 5 раз больше каток 1 на 1 за приветственный бонус от CyberCube Arena. Ссылка в описании. Это с говноедом, да? Я чисто с говноедом поиграю. Меня устраивает. Вдвоем, да. Ай, капец. Здорово, говноед. Наелс и спит. Так, что там по полу? Так. 100 лет не играл в эту кастомку, честно говоря. Я тоже. Где я вообще? Почему мне показал вообще союзник моего? Тайт Пайпера, Пудж. О, Пуджа вижу! Это все. Да, это прям все. Это все. ГГ. Это ГГ. Короче, нужен будет тут... такой герой, да, думаю. Тут морфинг, пудж, это вообще пипец. Какие герои по... в пуле попались. Очень веселая игра получится. И Тетчис еще. Дмитрий, ты куда? Вперед или назад? Назад. Хорошо. Так, а я всем же с этим Леной, да? Угу. Какие герои тут? Хреновые. Потихонечку начинаю вспоминать, что тут, блин, вообще делать. Как жить-то здесь, да? Угу. У меня ботинки выпали сходу, спасибо. Так, у меня только 3 юнита, но хотя бы у этого чувака побольше. Ладно. Ладно. А, больше нельзя, хотим рефрешить скиллы на R. Как это нельзя? Можно психа мы развалим. Там предмет, там предмет. Женя с Рубиком, как обычно, в магов пошел. О, давай, Пудж, больше, больше живи. Ладно, не живи. Больше золота. Давай, банан. Молодец. О, да, еще профетка тим, есть. Тиммейт у меня просто слабый. Как просто прыгает куда-то постоянно. Победили силы тьмы. А, ну, в принципе, не слабый, у меня просто говноед на тиммейте. По факту. По факту. Да, блин. А, что, мы уже идем. Угу. И снова в бой. Слишком плотно, мне кажется, поставил. О, а что-то кто такие рисают? Их было три пацана. Я часа 10-го собирать. Видишь, какой. Гольер, мы его хопнули. Пум-пум-пум. А вайформ не нажимается на морфе? О, нажал. Нажимается, так его уже там, по-моему, казнили. Не, он с самого начала игры без КД был у него. Типа он вообще не нажимал. Здесь, если не ошибаюсь, классно играть через 4 героев, правильно? Через 5. Через 5 уже. А, 4 уже не вариант? Просто каждому подошел, тычку дал, убил. 4 уже слишком мало. Здесь очень много шикарных героев, поэтому здесь можно набрать. Блин, как же здесь дохера героев нормально? Здесь очень да, много. Я прям путаюсь сейчас вообще. Тут столько массовых персонажей, которые будут. Да, тогда фронтлайн, да, значит? Так, а кто дерется? О, мы деремся. Снова здравствуйте. А мне профетка будет попадаться, не? Это тоже что-то герой не выпадает. А нужна тебе эта профетка? Она мощная. Так, кому? На, Пуджу. Давай, Пуджу. Главное стакай. Ага, он вперед решил пойти. Правильно. У всех мне как-то маловато, многовато юнитов, мне кажется. Что, тут Ио есть? Да. Есть. Пули. А я дойду сегодня вообще? Леня возьмёт драться. Джакира, говоришь? Да, Джакира, я профетку возьму. Ой, купол меня... шикарный, кстати. А вы выиграли, кстати. Да, тролль не разультился. Изи. Или нет? Изи. Не, выиграли. Хотя, ну да. У меня остался только вот Пугневич первый. Угу. До свидания, Пугневич первый. Один Висп выжил. Висп хороший герой, мне понравился. Good job мне пишет тиммейт мой. Говноед, да? Говноед пишет GG. 25-й пуш уже неплохо, ты там. У меня 3 героя стоит. Наролял. Ну и так у меня 3 героя, у меня вообще не прокует. Такая. Ох, слушай, и мы на дуэли, ё-моё. Только сейчас заметил. Фиг, мы там что сделаем? Ну а там 25-й пуш спереди идет.
25-й пуш, это пудж, это мощно. Сила пуджа. А, у него дум дали, нет. Толыш. Даже Джакира не добили первого уровня. Не добили. Наморф мертв. Не-не-не, у нас просто лайтовые достаточно персонажи, у нас для начала ничего нету. Две палки это сильность. О, профетка выпала, отлично. Наконец-то, наконец-то. А, еще, тогда возьми еще этого, Шторма. Джакира и Шторма. А хотя, давай я тогда возьму Джакира, ты возьми Шторм. Шторм? Бери профетку, во всех бери, все нужны. Бери все просто, каждого. Мне просто глаза разбегаются от такого количества хороших героев. А напомни, какой там талант идти впереди? Фронт? Левый фронт. Я иду впереди. Хорошо. Знаете, чего не хватает в этой кастомке? Ставки делать. Напиши, и разрабы можешь добавить. Предложим. Добавить ставочки. Ставочки? Угу. Будем очко ставить. Так, а кто мне? Джакира нужен. Отец станет моего тайда, вы что, гоните, что ли? Хотя нафиг мне Джакира, когда есть... Пудж чувствуется будет очень дорогой, да? А потому что его все берут, поэтому он дорогой. Катова у меня. 15 реведжов на квадратный метр. Нормально же. Это пока только. Потом меньше будет. Я, короче, взял 5 героев. Ты Джакира обязательно бери. 298. Шторма я. Хотел 2 шторма на команду, это очень даже мощно. Да, да, до первого БКБ. А у меня тиммейт с 6 героями. Да не, забей, там даже БКБ, просто он берет, улетает на базу, ждет конца БКБ, и обратно прилетает, и лица разносит. А и как мне с этим сражаться? Пуджа, пудж выхукал пуджа, и что? Кушать. Нормально, видишь. Зарабатывает. Дерется он. Но... Ай, укай! Изи. Капец. Все посмотрят. Ой, он что-то, он умер от этого. Еще умер. А там нейротоксин. Да, лежал. Там токсин и рот. Нет, но если там он бы не успел умереть, если не рот. Рот. Ладно, еще казино. Увидимся. Да. Так, а кого собираю? Вайпера я еще собираю. Пудж. Я уже запутался в героях. Текс. Что-то у меня нет. С кем мы вообще деремся? Дымноведом. Да. Опять деремся? Да. Сколько можно? И снова в бой. Так, 25-й пудж, отлично. Там по два раза. Это 20-й только пудж. Стена. Я слишком далеко от тиммейта своего нахожусь, надо как-то поближе подойти. Блин, а Пангалер, кстати, нормально так делает? Ой, Пангалер грязь делает. Ни в коем случае не нажимайте положить в тайник. Просто предмет пропадает. Давайте зарезали мы его. А, это не мой купол был, понял. А у нас купол есть? Иван еще купол взял? Да. А, да. Так, надо поближе поставить этих ребяток. Даха, давай тогда ты этот портретку соберешь, я ее продам, она мне мешает. Блин. В смысле заберешь, она нужна 25-го дана? Ну, тогда. Ты слишком плотно героев поставил. Их в них просто каким-нибудь сплэшем того Джакира сносят. Расставь ее пошире. Вот видишь, купол Джакира и все с рывагой. Там минус почти все герои. Баланс, да? Да нет, просто он, говорю, поэт слишком близко поставил. О, да. Там обезьян успел убить. Нормально. Обезьяне бы обгоним. У меня макака пролетел с дерева на дерево. Прилетел. Угу. Победили силы света. Так, кого на дуэль кидает? Не нас. О, у нас устрик идет, это хорошо. Это да, это классно. Здорово, устрик. Когда устрик, наверное, да, заберу я у тебя. Устрик, это моя жизнь.
Момчик, а то, блин, из-за сраного момчика просто Войт не нажимает кнопки. О, мы еще не на последнем месте с говноедом-то, а? Не знаю, вообще какую-то солянку собрал. Что, говноед? Комбо-вомбо, а не солянку. Ой, стоят. Секьюрити. Угу, на кого мне нужен аганим? Давай, хокай, падла. Провагу не дает. Вообще, типа, его просто уничтожили опять. О, нормальный ты этот купол, слышишь? Купол классный, мне понравился. Прям... А может быть меньше раваг? Ты что собрал? Ты одну равагу давай. А, ее убили уже. Да. У вас там что, 4 тайтхантера? 3. Хорош. А это куда пошел? До дому, до хаты. Так, сколько там гастов? Ну, он регенится. Он реально уходит домой порегенится? Да. Так летает. Тинкер бы тоже летал, если бы не новые травала. Да. Теперь ТП-шку уж купить нельзя. ТП-шку купить можно. Да. Что-то я не вижу. А, есть магазин, кстати, ТП-шку. Угу. Он просто кладется. Короче, не используется ни хрена. Да, я думаю, хорош, купал. Должны починить, если так работает. Ага, покупал. Блин, я уже забыл купить их. Куда? Ну, в нужного героя дом пошел, отлично. Там, а вообще умирает НТХ? О, спасибо. И же сдох. То, что я первый иду, так херу. Сам выбрал. Там сами определились, кто первый. Второй. Нормально. А пуджи все закончились в этой игре, да? Ну все, хватит. Бучара. Там, дадутся. С кем деремся? Ну сейчас мне как-то побольше понравилось. А, там Леоня, 13 пассивок, ёпта. С лотусом. Еще и с лотусом. А, там пудж вообще мега жирный, там, типа, да? Там. Он потом собирается. А, предметы плюс-минус есть некоторые. О, отлично, папа, минус пудж. Пудж с тараской. А, уничтожили. Да, у меня морф без слотов. О, одного морфа сосали. Пудж остался раз, тупо. Один. А у меня пудж-то живет. А, шторм прилетел. Прилетел, неплохо. Улетел. Сейчас давай, хук! На, не успел хукнуть. Да, у него маны нету. А че у пуджа надо брать? А, у всех. Чего, Влад? Ты что сделал с никами? Я не знаю, их что-то расхренячило всех. Там человек какой-то кошмар начался. О, наконец-то, 25-й пудж. Здрасте. Всем мое здорово. Еуль. Здорово, смотрящим. Вот он, тоже две раваги. Мой равагу. О! Мой равагу. Стоят три тайхантера и равагу давать не хотят. Угу. Давай. Ревей. Вторую сразу. Давай, где? Ты сразу две дал, Зантур, что ли? Сразу две дал. Воруй, убивай. Ну на они. Опа. Опа. Опа, купол поставил. Блин, я вспомнил, что в этой кастомке эти жесткие, имбовые как. Пулайто. Пуч, ну. Он не, он собирает потом очень много статов. Его фиг убьешь. Расскажешь. Да, только если дать ему жить. Так, а ты дай ему жить потом. Ну, у меня вон висп под это дело стоит. Тайминг успею, нет, собрать, интересно. Опять драться будем мы, что ли? Опять бои. А купол не кулдаунится перед началом игры? Куда? Все, кулдаунится. Да, отлично.
Опять я положил в тайник вместо того, чтобы продать. Тут тайник сломанный. А, типа, не достать? А, нет, стоп. Это положить тайник, это, короче, тиммейту отдать, да? Да. Вот оно что, я, короче, все Лене отдавал. А? Это вот куда? В принципе, смотри, я тебе могу отдать вот это. На Висп сам уехал. Так это я тебе его отдал. Мне оно не нужно. Да, я знаю, я просто нажал положить тайник. Пока можете, что надо, если то. Так, вы одному карте или свои персонажи не заставают в куб? Нет. Да, не-не-не, нет, а не свои, заставляю, твои... это так работает. Да. Это чтобы не запорочь все. Они бегают. Кстати, а если Тервелат 5000 штук купить, он будет летать на базу или нет? Нет. Там, говорю, Тервелат сломан. А телепорт? А телепорт они не прожимают. Да, телепорт. А, понял. Он и так стоит в сторонке, стакает мины. Там Галер живет у меня еще. И поехал второй раз. Второй поехал, да. Задавил, да. Чуть после четырех ровах. Как жить-то теперь? Я теперь не хочу 25-го тайс контента. А ты бас убери. Либо оставь так, который. А все равно. Ничего нету. Правда, жета, ну дофига места. У вас там как нормально все? 99%. В целом, да. В общем, и целом, да, так? Не жалуем. Пока нормально. Сейчас, когда до одного упадет хп. Там поговорим, да? Да. Все, наконец-то все 25-е. Теперь надо подумать, что кому собирать. Я заруинил. Ты что сделал? Опять нас запихало. Ты что, насвайщик? Ну ладно, минус одна ровага. Ах, ты ж балдежника. Какой капец. Почти помоги, там Пангольер живет у меня. Убили Пангольера. Дуэль. Раздают что-то. Нормального там раздают. А этот домой пошел пешком. Это очень смешно выглядит. Тоже сломался. Кому-нибудь нейтрал выпал? Хотя бы один? Нет еще. Так они выпадают после 20 минут. Да. Мне ж там не сразу. Опа, лот. Опа, мне БКБ выпало. Я не хочу 25-го. О, неплохо, вам падает, там не этот. Дай мне, а мне у тебя тоже тайм есть, да, ладно. Там БКБшка уже на Лёне. Но она еще не собрана. Особо я там купил, чтобы нажила немного. Я говорю, собери вообще 2-25 хайда, и все. Долго с... Да. Я лучше вот так вот оставлю. Филимся, живем. Это с кем мы сейчас сыграли? Это с нами. Это с Сафир, с Леней. Ну тогда ладно. Тогда понятно, в принципе. Не понял. За ассасин медали, атак при медали. Ассасин медаль, короче, герой фокусит слабые цели, ватные. А атак фри медал, то у тебя герой кастует в основном, он не дерется. Держится на расстоянии и кастует. Ты всякий, сейчас, там, не знаю, беспастер, например. Да, атак фри медаль. Ну и все, он будет просто купол ставить и убегать. Интересно, нужен ли мне в этой игре Родофатос? У меня половина есть. Я дал вайперу, мне выпал. А, тебе прям выпал Родофатос? Да, выпал. Да как я не могу выпустить эту фигню? Будь оф тревел мне выпал. Опа, Кримсон. Будь оф тревел, это деньги. БКБшечку. Здесь что, у меня три раваги есть? Ты рефреш ловишь? Нет. А, ты это магазин взял? Так, не, нафиг, блин. Я это... стал своим, блядь. Называй нормально. О, сосет, работает. Сосёшь. Лёня чисто на подсосе соло живет. Господи, сейчас еще и развалит всех тут. Охренеть. Это мой. А, стоп, нет, это Лёня. Это Лёнин. Это Лёнин, блядь. Это Лёнин. Жесть. Соло. Просто соло. Только, Лёня, вы теперь из лустрика вышли, вам сейчас денег будут давать. Да. В смысле, много будет денег давать? Мало, наоборот. За лустрик же там больше дают денег. Много дают денег.
Там прям дохренища даю денег. Успеваю только тратить. О, БКБ выпало. Неплохо. Нормально, кому-то там коронка падает, а кому-то БКБ. Коронавирус, коронавирус. Че у меня? А, сагрили урода. А Рэвиш он не дает. Купол, куда ты ставишь, дебил, на войде? А это ваш купол, что ли, сзади стоит? Да, это мой купол там поставили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Войду отдал дуэль. Спасибо за дуэль. Найс. Хукни! Сожри! Что-нибудь сделай! 26 стаков пуш. Кто он дамажил, интересно, у нас там так? Тот накастовал. Вообще бесполезный в этой игре. Кто? Войд. Он должен, не знаю, какой-нибудь Магнус там, что-нибудь такое, короче, этот. Не, Войд нормальный, в принципе. Кто дерется? Не мы деремся. Отлично. Мы деремся. У меня 4 раваги. А что у них 6 с тобой? А что это такое за предмет? Лёня, что ты взял ребят, за этот? Что такое атака? Взял бы защиту от смерти. Фри медаль. Да. Я же говорю, это даешь, короче, героя, и герой у тебя не дерется с руки, он просто кастует, держится на расстоянии. О, прикольно. Чтобы ты не профет, нормально. Просто там издалека стоит, там дистанцию какую-то определенно держит. На Вайда этого БКБ очень не хватает, псих. Я... А то у тебя очень много предметов на него, а толку нету. О, вот это макропира, вот это молодец. Маны не хватает на Рэвич. Ты что, дурак, что ли? А, там меня засосали. А он, подожди, а чей это сейчас макропира, чья лежала? Бок моя. Бабка тупо в макропире стоит, дерется. А, тогда это не моя. Меня макропиру, короче, по диагонали вверх кинул. Балбес. Что надо дать Тайтхантеру, чтобы он... Айон диск? Хватало. Айон? Да. По Мьёльне. Не, МПБ выпало. Ой, мы справа деремся впервые. Ой, хорош БКБ, еще и Fallen Sky проюзал. Вот это сейчас сделал просто дело такое, Акс. Он столько скиллов заэвейдил, я просто нафиг тут не нужен, походу. Да, зашло. А какой профит здесь Мидас брать? Мидас? Шопа, никакой. Шляпа пирата. А, ну это да. Жесть, вот это там Акс просто забожил только что тиммейта моего. Вот вам и говноед. Какое говно выпало, вампир Фэнкс. Майнбрейкер. Аквилла! Аквилла выпало, то вы еще гоните что ли? Ну-ка, чё? Horizon. А здесь же усиленные предметы вот эти вот. Да. Да, намного. У меня выпало вообще 60% вампиризму и 60%, 40% вампиризму способностями. Это классный скилл. Вампир Фэнкс. Это просто запихуешь пуджа и... И все, пошел, да? И пуш пошел. Я машина. Я примерно так и сделал. А если Каю собрать, она будет в какой слот запихиваться? В основной Каю. Ой, еще и Яша Кая выпала. Я имею в виду вот этот Тридент. А Тридент? В основной, по-моему, тоже. То, что собираешь, короче, покупаешь в магазине, оно все в основной кидается. Слушайте, а как вам пудж керри? Нормально. Нормально тут смотрится? БФ, криты. Урона-то у него, дай боже. Ну, вот, БФ, криты и кирасу какую-нибудь там с сатаником. Да, рта я только пуджак и рис собирали. Я вижу миллиард ульт ДП. Угу. А сколько их тут, я не могу понять? Две? Три? Две. Три. Две. Три. А, это две брат. Две фиолетовые и одна... Что там? Синяя. Леона. Не, ну профетка тащит вообще. Да не, у нас только две этих профетки. У вас две, а еще врагов есть. Не только же у вас профит. А, ну. Или что, у вас разве у нас это? Так, а, блин, тебе, наверное, БКБшка и нафиг не нужна. Да. Некромикон. Так, я хочу смотреть за его Аксом. Просто смотрите, что творит этот Акс. Ага. Опа! Не сбивается. Да, вообще офигеть. Он сейчас всю команду держит на себе. Еще и убьет сейчас их всех там. Охренеть, там просто живых не осталось. БКБ нажал уже?
Позитя, где мой пуш? А, мой пуш там нормально, я чувствую себя, 40 стаков. Здрасте, да, вообще, просто. Кто-нибудь дамажит, нет? Там, ты в дэму же собираешься, чекак. Ну да, у меня пуш дамажит. Я за своего говна это говорю. С легионками всякими. Сейчас сколько дэмов вообще внесли? Чего? 10 этот тролль. Все. Все? Да. Ты куришь, что ты должен дэмов носить основу, потому что я просто их держу как бы. И кастую. Ну а вы вместе подержите друг другу бубенцы, да, да. И все. На этом игра ваша закончится. Я не занимаюсь последние раунды. Слушайте, ну мы вас догоняем. А там у пацанов у стрик X3, сколько вам там денег дают вообще? Так, за там вроде написано. О, сейчас ДПшка подеремся. Вообще балдеж будет. Балдеж. Ну БКП не прожимает, урод. Это просто жесткое месиво. А представляете сюда какого-нибудь комментатора, а все это озвучить? О, там. Обалдеешь. Позовите Вилата. Я не знаю, там, мне кажется, просто язык сломать можно. Типа опять, да. У тебя же есть мана, что ты домой пошел? Кушает! ХП нету? О. What the fuck? И этот домой решил свалить. Они с этим, они могут сейчас пойти на вражескую базу. Не, он сейчас вернется. Да, я сейчас сало кину сейчас. Будет рофлить потом под салом все. А нет маны на сало. А нет маны на сало, нормально, да, классно. Ну да есть. Ой, все, фонта не надо. Фонта не надо. 5 хп. Все, мы выиграли. Изи. Изи. Так. Ну слушай, уже 25. Нормально. Так. Мне что-то тоже делать. Да, еще больше. Нагони выпал. Неплохо. И так, дайте мне, блин, надо бы мне вперед идти. О, сходи. Ой, там сейчас опять Акс. Давай, кнопочку нажми. БКБ. Тебе нужно это? А, не нажал ничего. Нет, мне не нужен. У меня нет ближника. Продавай его просто. Я вот думаю, когда бы кто, чтобы. У меня в основном магия и морфинг. Сюда. Плюс 7 пассивочек за замес. А что вроде так? Ой, еще и под треками все это происходит. Мать моя женщина. Че там сливер? Так, 60 к неосновным атрибутам. Я полагаю, это. Яблоко выпало. А давай тебе сейчас оденем тебя нормально. Что у меня по демеджу? Блин, мне макака вообще упомянуть не из-за этого. Пожди, Magic Lamp на кого лучше? На Тайда. Правильно, тогда я надел. Если сейчас так примить же. Галку прожми. Я этот думал, кому дать херню. Кому дать, кому дать. Откуда у меня 26 урона на войде? Легионовской. Вот отдал союзник. Хороший этот. Подарелька была. Хороший союзник. Бач. Прям так решил рау подач. Да зачем? Отлично. Да, давай. Пошел в кого дать. Хотя лучше продай, лучше продай. Я не буду играть. У меня умный, купил такой шмонса. У меня больше слотов будет потом. Ой, не стойте в пассивке вайпера, не стойте, пожалуйста. А у меня сейчас вайпер вообще от Радика сдохнет. Радик тут собрал? Да, Влад. Радик, да, мне там просто Sacred Relic выпал и собрал Радик. Ой, сатаник-то работает. Ой, в пассивке вайпера постоял, называется. Радик в тапке. Ахтарин. Войд идиот просто. Дал купол в этого мудака. Ну да, ну да, опа. А если я аганим дам этому троллю, он будет на врагов юзать Battle Trance? Вроде да. Тогда нафиг. Что-то у меня бочки немножко лежат на боку. А, это вражеский. Это скин такой. Что происходит, пипец просто.
Ух, как грызут просто жуть тролль. Мощный. Так, и чтобы меня подсобрать... Кильца живет. Чисто тролль слово. Тролль тут съел ракетку. Опа. Победили силы тьмы. Ура, наконец-то. Че наконец-то? Победили. О! Так, так это что? Это 30 уровень дает, да? Так, и кому же дать тут? О, Томов апгрейд. О, сопротивление магии. 50%. Блин, я ж предмет не передал. Я этого упал. Как это? Вот надо кого-то дать и завязать за него или что? Ладно, ты сейчас попробуем на кого-то. Вот так. И... Давай на тебя вот так. Надо тиммейту сказать моему, чтобы он немного поближе героев поставил ко мне. Пониже. Может тогда профита побольше будет. Ты поближе. Ну, я вперед нормально выставил. Да, назад нам. А, где максимально, да? Ой, хорош купол. Вообще нормальный такой купол по всем. А. ДП 7 персонажей бьет, ее никто убить не может. Она тупо бессмертная. Хилимся, живем. Ну, у нас то есть вот это. Наиболее. Я понял, что тут надо. Да, у нее есть вот это. Охренеть. Все, ульт кончился. Она же и на нее кидает. Ульт мана закончилась просто. Давай было бы вот так, бля. Пуджи там дерутся с этим. Куда Аркварден пошел? Ну, пудж 200 силы, это нормально. Долго он сосать там будет вообще? Сосешь. Ой, хорош. Этериал сам в себя дал. А это стоит минирует, сволочь. Подожди, в смысле победили? Ничья. А, ничья. 2-2, стать герой. Ой, капец, наш 60% просто улетит. Улетай. Улетай. Я посмотрю, что пангадир у меня сделает. Сранится такой. Куполь поставить, я понял. Будет бесполезно, в одного купол кидает. Такая фигня. Так, а надо ли тебе чуть больше урона, интересно. А, ну пуч 38 тысяч дэмэджа. Я машина, думаю, нормально, да. На, просто зарело. Шоты. Нормально. Угу. В смысле, а мы что, умерли сразу? Нам что, 10% хп сразу сняли? Да. Что там, ну? О, хаук. Мне дали то же самое. Не, Войд бесполезный. Бля, кому-то куда-то иди. А давно у Шторма есть линка встроенная? Да. Вот этот, у него талант есть. По крайней мере здесь. Давно. Тут измененные таланты у некоторых. Хм. Да, в принципе, ладно. Тебе лампу дадим. А, подождите, Войду огоним же, блин. Ладно, будет жить. Не успел нажать, ёлка. Таким еще есть таланты поменяли. Сорт, тебе, наверное, лучше дать. Блин, надо как-то быстренько переквалифицироваться. Кау. Ну, чтоб убивать вас. Да чем ты купол ставишь? Опа! На одного пангольера, да. Господи. Золотые купола. Сраный просто пангольер. Все правильно. А что у вас тут так спрыгает? У меня пангольер, нормально все. Все честно. Ха, нормальная рава. Чифичики, бомбони. Где дамагер мой, я не понял. Сосет. Сосет? Сосёшь. Знаете, у академика есть Зил 1000 сил, а у меня пуч 300 сил. Зил такая мощная тема, конечно. Фарширован просто. Слушайте, а Войт урон начинает вносить какой-то, я смотрю. Давайте-ка сатаник ему дадим. Купол своих, да.
Так. У меня даже висп 2к урона нанес. Ну и все, нормально так дамажит, висп своими светлячками. У меня шторм почему-то умирает, хотя он заслотованный. У него 30 дамага всего лишь. Его просто Акс ловит и рубит. Как свинюшку. Акс силен. Мне прям нравится. А что за голда над героями? Сколько продашь, кажется? Понял. Платторм. Мне пиково было. Блин, этот парень так быстро, ну, не вовремя прожимает оверчардж. Сейчас прожил. На ноге так, пошел. Купол хорош. Только зачем было уходить оттуда? Купол соло в профетку залетел. Ну да, она чтоб не хилилась. Так она все равно живая? Ну, пока да. А, там тридент на профетку. Пока живая, но скоро это изменится. Подождите, у меня Пуч умер, что ли? Да, только что. А, там стоит этот сосет. Опа, хилимся, живем. Хилимся, что живем. Вас... Капец, ползает. Профетка это трэш какой-то. О, профетка. Тридент, спел призм, охренеть. Красота какая. У тебя спел призма есть на нее? Да. Неплохо. Согласен. А, он, кстати, он атрибуту только больше. О, у меня Тайфандер 30-го. А, подожди, он же не будет. У меня 20-го. Смотри, как у меня затерялся этот в кустах просто, этот книжка. Понимаю. Я ее не видел там по сколько времени. Слышь, Наян, хочешь я еще больше заруиню? Че ты там делаешь? Сейчас буду еще 32 урона за дуэль давать. Ну конечно, давай. Погоню, собери. Нет. Да, начали на благо не собрать. Елки-палки, дал бы войду, что ли, там универсальное уклонение. Господи, у него. Еще одна кераса. Разобрать можно? О, можно разобрать. Можно. Только осторожно. Ну-ка давай, смотрим на шторма. Что он делает? Там профетку прорвал. Там пангалер бесит. Просто взял, прокатился вначале. Просто стерли. Ну у меня этого убили. Вайпера. Ответку убили мою. Торм летает, стирает людей. Улетай. Там Марта надо добить. Он на ТП-шке улетел. Он просто улетел. Он улетел просто. Торм затащил. Что за герой, а? Не, давай, сожжет его еще. Там линка сработала, линка спасла, только сейчас линки-то нету. Да. А там у Пуджа есть огонь? Нету огонь, да, нормально. А, что? Скушал. А сколько? Там 20 секунд. Кушай. Кушай. Улетай. Все. Не добил бы сейчас. Ах, не добил. А, нормально. Ничего. Сейчас все нормально. Че, да. А то все бы хп потеряли. Так, ладно. У меня вайпизи умирает. На изи. Кто умирает? Вайпер. Та же самая фигня. Непорядок. Не должен он умирать так. Легко. Безбожно умирает как-то. Ладно, ready. Ready, go. У меня пугна тотемами своими дамажит. Вальтами все. О, шо выпало? Сакрет релик. С кем деремся? С Наяном, понял. Ай, пиплы. Да елки-палки. Сразу та это просто. Уничтожили. А мы за моим пангалером гоняюсь. Та за шо? Просто в пол команды бегает тупо за одним пангом. В этом-то его мысль. Ну нет, Тайдхантер не успевает второй раз альбарду кинуть и хау прожить. Это херня? Почему так? Лучше разваливает тупо жесть. Сдох. Капец. Так, ладно, надо чуть по-другому. Мне нет, наверное. Хотя... 25 брони, 50 к восстановлению здоровья. Ты видел, сколько она урон наносит за штуку? Да.
Это, наверное, к тебе. У кисточки тоже сколько урона? Нормально, даже больше. Ой, я тебя взял. Только, блин, а кому ее давать-то? Че не понимаю. Вот у него. Я, наверное, свапнул. Майс свапнул. Урон Вайдай 7. А что за Егис? У тебя без. А, ну, обычный Егис можешь продать. Можешь оставить. Одноразовый. 2500 за одноразовый Егис. Да. Я его продаю всегда. Нафиг надо. Работает просто. Death Profit 56 урона. Я смотрю, там отличный у кого-то этот. Шторм? Не, не Шторм, а Легионка. Да, вообще достал. Мои профитки урон подарили. Ничего не пишет в WhatsApp. WhatsApp. Уроны хоть уже. Ушай. Скушал просто. Где-то моя профетка. О, плюс 56. Спасибо. Uh-huh. Раздатчик, блин. При этом на мае 270. Ну, ладно, у тебя дымш не носит, я не знаю, БФ какой-нибудь собери, какие шоль. Да. А то он у тебя одного дамажит, и все так. С таким уроном, то смысл от нее. Она массово не бьет. Можешь в теории играть, знаешь, что ей дать? А вроде... Ой, не это, оставь, вот это. А нет, документ должен в теории выдать. Попробовать можешь дать. Потом... Все, знаю, все в порядке. Там... А, все, не успел. Ай, куда? Я, короче, решил немного преобразить пуджа своего. Преобразователь? Преобразователь 3000. Ой, а где профетка? Профетку? Как бы там 4 перца били профетку. И 5. Смотри, что пуч творит. Тупо соляна. Что пуч делает? Как он так делает? Пуч уничтожает. Ой, это F. Просто здрасте. Это F. Ага. Тут по-любому минус 6 хп. Да. Минус 8. Капец, вот, смотрите, вот это путь жара сейчас был. Где 0-0 сейчас описан, так расчет-то, типа, показан. И вот половина счета, это урон будет. Блин, а кому дать-то это? Ядрит там пуш. Просто, сколько там урона нес пуш? 26 тысяч. Просто у меня профетка нанесла 1000 урона. Ну, я же говорю, у меня пуш сразу 2 или 3 крита в нее дал, и все. Скоро пульс, блин. Кто не успел запустить? Под вампирками-то так он вообще живет люто. Да. Так еще и висп к нему привязывается постоянно. Меня пульс в айдах хукает. Ай да молодец. А что там, бабочки что ли у кого-то? Надо еще... Жаль, что Смотри, просто стоит. Ты крит просто. 800 урона тебе это не хуже ему стоит. Да. Не увеличивает теперь процент на силу. А то прикиньте под рихом этого пуджа. На. Тупо рейд босс. Я что-то Шекирос, кажется, сдох. Нормально. Так, а что мне тебе собрать? У тебя, Влад, кстати, висп часто в станах что-то очень стоит. Да, и хрен с ним, главное, привязался и все. Ну еще. Да, там. А тебе вот еще урон же не нужен, только 40 какой-то. Хм.
Не знаю, что у меня сейчас из-за этого получится. Решил пакетку собрать. Кто, сосед мой? Нет, этот. Я понял. Бось меня, короче. Я забыл, кто в Дискорде. А, вот Ким, да. Меня дико вот этот панголер бесит. Сейчас опять Войд в него купол поставил и пошел драться. Что-то у нас замесы поразбегались во все стороны. А что, нам дуэль дали? У Акса 52 дуэли. Не знаю, там пуш потихонечку продвигается. Мне это нравится, в принципе. Не, ну Лего, кстати, тоже неплохо настакало дуэли. А Макс не могут убить. Все. Победили силы тьмы. Давайте, надо пуш 100 сил догнать. 100 стаков, точнее. А, я, кстати, в этой игре почти урона не нанес, кстати. Кстати. Убийство именно, имеешь в виду? Ладно, у тебя там вверху, именно... у меня там корн валяется, и то книжка апрейда. А, вижу. Класс. Ну, ладно, тогда тебе это. А, мне даже книжку не на кого заюзать. Да. Какой-то контент. Подожди. А, вот, все. Наверное, надо продать Dragonlance и собрать еще сюда хекс. Два хекса. Два арчина. Звучит неплохо. Ну, да, ты можешь Бэйна собрать. Дать книжку. Дум кинули. Пангалера. Угу. Может, помнишь, как Бэйн с какого расстояния кидает тут? Да, я помню. А смысл? Кого мне держать? У него нету такого героя, который прям вносит урона. Ну, левый, так Дум комплит. Грызет просто пуш. Я сейчас за Войдом наблюдал. У Легион же Аганим продал, что ли? Давайте, пацаны, у вас шанс. Чисто пуш у меня. И говноед не чисто. Гэджи. Тюман, ты зачем продал Аганим-то у Легионш? Аж так сил не будет стак. Ой, урон стак не будет. Че? А урон так стакать не будет без... А её просто выносят в стычки. Почему? Так, я Аганим в этом мешает, сейчас я что-то не понял ни хрена. Лакс 52. Потому что если... Она по массовым скиллам просто проходится и все. Она умирает. Чё? А Аганим дает ей БКБ. У него нет Аганим, говорю. Ну я и говорю, почему он продал-то его. Потому что у него дамаж, да, в Аганиме этом? Массовые спылы. В смысле, там же и БКБ, нет, и нет, я говорю, почему он продал, если это такая полезная вещь. А что ты это говоришь? Он спрашивает. Так, путь 100 сил есть? 100 стаков. 101 стак, отлично. Хук божественный, кстати. Ой, у меня наконец-то купол был не в Пангольера. Это как так? Пролетел вперед. Войда. Так, а что у вас там поменялось? Ничего не поменялось. А, ну там пуч стоит, бьет. Пуч стоит, да. Пуч просто разваливает. А, нет. Пуч стоит, как идет. А где пуч? А, его висп увез отхилить на базу. Хорош висп. Ну все, пуш пошел уничтожать. Да, да там хекс Бладторн. По КД просто прилетает. Давай пуш. Плюс 10 тысяч хп за ульту. Просто трэш. Все. Вот так вот, с пуджиком. Тысяча сил. Пуч 1000 сил, кстати, можно так называть. Пуш, катарь дэмэджа, 14 тысяч хп. Офигеть.